Так, что ж, всем привет, с вами Эйр. И у нас на данный момент происходит битва команд номер 5. Игры были, правда, уже сыграны, так что будем по реплеям ориентироваться. Они уже у нас все подготовлено, все есть. Команда GR, и он за перед вами. Нафарня, Парамнезия, он за Рейн и он за GR. БО 5, играем до 3 побед. Смотрим первую игру. Парамнези у нас любитель селектить Юсу. Также Юсу на рандоме попалась на Фанни. Он за Рейн любитель за стелса погонять. Он за GR, скорее всего, взял рандом. Да. Так, далеко Рабик один забегает, самый первый. Затем строил суплайку и сразу же барак. В общем, кстати, здесь подсветочка есть. Так, попытаю свое счастье дозер. Посмотрим, получится ли. Одновременно построились два здания, завод и барак от Онза Джера. И только второй supply строит у нас Онза Рейн. Далеко так убежал и вновь возвращается на норку строительства и что-то замешкал раб. Всех давит на Фане. Красавчик. Так, сразу же завод и барак напротив друг друга. Ох, если сюда какая-нибудь падла залезет. Можешь два здания просто с дефенем. Смотрите, как хороший лазерлок в исполнении Онза Джера. Останавливает первый хамви. И теряет всю начинку Парамнезия. Так, теперь на Фане поехал. Подрыв саплая. Не хочет течь. До конца рубить пехоту эту. Так, что у Нафани? У Нафани-то денег нету. Надо что-то срочно продавать. Завод и барак. Ой, завод. Командный центр и барак. Самое оптимальное, по моему мнению, вариант продажи. Лучше вот этих ракетчиков на саплайку бы отвести. Они просто стоят на месте и стрелять в пустоту. Привет, некромодушка. Что ж, уже большая пачка хамвеев готова. Также и у противника. Он же едет на базу. Если Парамнези бы поехал тоже на его базу. Было бы весьма интересно посмотреть, чем это было закончилось. Но защищает центр своими хамвеями. Ох, не тут-то было. И уже и в центр сюда перебирается. Глашник. Ну не отдавать же просто так, чтобы противник качался. Зачем это? Так, и это все, что от Глашника осталось. Правда, здесь есть раб, может все-таки что-то построить. Да, деньги есть.
Ну, задавливает парамнезия он за Рейна. Однако тот на одном каркасе supply еще будет жить. Зря, я думаю, сюда на Фане подъехал с своими тоже хамвеями. Ему тут самому защититься. И... Ох ты, сдался вовремя, красавчик. Буквально же пульнуть надо было. Зря вторую пушку построил. Теперь она не стреляет. Что ж, Нафань, давай, покажи класс вот этим войскам. На один хаммер больше видим. А то он с Джера. Да, двоих уже забрал. Так, лазерлок, но на дальний только жаль. Не на того нацелил. Что ж, Нафаня один в игре, но есть у него пачка хамвеев. Задефендился здесь хорошо. Вишню. Черешню. Так, затишье тут. Ну, посмотрите, как трех лучковых забирает. Так, ну должен обнаружить-то есть. Да, по заводу пуляешь. И он за Рейн, скорее всего, проигрывает. Но он за Джер еще в игре. Даже казарму оставил. Так, Барта набегает. Кстати, не вовремя он здесь. Все, отбегает назад. Ох, на фане бы чуть-чуть ниже, и все. И можно было Барта захалявить. Да, Барта туда-сюда крутится. Не может никак к базе на фане подойти. Смотрите, как затифентился-то, а. Бог бункераторов. Что ж, на фане 2600, у его противника 3600. На 1000 больше и, по-моему, на хамвее больше, еще миндичка есть. Так, стратегический центр возвращается, дозер строить, а нет, вот здесь еще второй есть. Но видит, что здесь дозер барагозит. Да, хорошо, что он никакой каркас не возвел. Как бы было хорошо. Ну, на фане, что ж ты остановился-то? Надо было ехать, ехать. Так, готова Аврора. Обычная такая Аврора. И вот так-то вот ей. Просто лычку получает на халяву. Хамви. Готов стратегический центр. На бомбардмент разворачивает стратегию. Забегает Бартон туда, обнаруживает, вот она есть, штучка эта специальная. Разведывательный дрон. Снова Аврорами балуются. Одну, вторую. Снести ими хочет пушечку. Но надо еще на хамви не нарваться.
смерти. Снайпера уже готовы. О, посмотрите, в этот раз все промахиваются. Наконец-то убили. Только на обратном пути. Да, здесь уже лазерная пушка есть. Да, напариваться на нее. Готово снайпера, и это минус на фане. Готовит и он Airfield для будущих Аврор. В СВ они в 300 раз круче. Так, полетели повышения, однако сброс был не туда немножечко. Не отгадал на фане, куда поедет. Вон СДЖР. Если бы у него получилось, я думаю, на фане бы смог затащить игру. Ох, всех чинуков перенаправил. Вот зря. Одного-то надо оставить точно. Один дохнет. Так, Airfield еще живой. Ну, смотрите, я 20. Уже раненая стреляла. Выжимала все, что она может. Однако, никакого особого вреда она не сделала. Что ж, Аврора. Аккуратно надо забабахать по хамвеям. И вот это что такое? Просто теряет. Надо было сразу, когда летела Аврорка, стрелять по хамвеями. Хотя бы троих бы, да и выбить. Было бы неплохо. Что ж, сливает на фане таким образом свою первую надежду. Уже две дроп-зоны, три. Тоже по филду повышение пулялись. Готовится еще одна Аврора. Вот на фане. Ждем ее. И вот так вот резко завершается игра. Скорее всего, на фане сдался. Что ж, 0-1 тогда. Так, вторая игра. Команда Джерри и он за С сражаются на карте West Russian. Однако-то нет, скорее всего. В предыдущей игре как раз таки победила команда Джер. Чутье мое подсказывает, что все-таки это было именно так. Резко закончилась реплейка. Точно сказать все-таки не смогу. Ну что ж. Вторая игра. Парамнезия на фане вот таким образом. Стали слева. Выше парамнезия, ниже на фане. За пеха он играет. Так, ну и здесь пех. Вот СДЖР. Да, посмотрите, на рандоме попался. Пех на пех. Юса на стелса. Не продается пока командник. Еще Рабика захотел в центр отправить. Да, действительно, здесь
Клашник хорошо себя чувствует в центре. Даже еще одного отправил. Ну, самое время продавать уже командник. Что не хочет делать все-таки Онза. Как у нас пех развивается? Далеко дозером заехал, сразу здесь суплайчик строит. Наверное, здесь и бункер хочет лепить. Хорошая, кстати, тема будет. Не, даже сюда подальше. То здесь тоже ничего, так бы смотрелся бункер. Пинками окружает же суплай. К суплаю не подъехать. Что это было? Дозер обиделся и развернулся. А, здесь Хами подъехал. Здесь уже ракетчики, норка готова. Прячет. Вовремя прячет, посмотрим. Поедет ли? Да, едет дальше. Парамнезия. Самый раз что-то здесь высадить. Маякую, что там есть опасность в виде норки. Как интересно, влепил-то суплай. Кстати, траком спокойно тоже не подобраться. Интересный вариант защиты. Ну что ж, пех подъехал к мейту пеха. Юси теперь не очень здорово. Так, ну миги помогают. Есть где-то эрфилд, да, вот он. Еще без напалма, правда, но все же, они без напалма довольно неплохо могут справиться. Это однозначно завод нужно будет продать, чтобы восстанавливать экономику. Никого не убил, только потерял двух мигов. И сдается парамнезия. Остается все-таки эта норка. Не сгорает здание. Да, и сдается на фане. Что ж, 1-1. Так, смотрим на третью игру. Темная гора. Название третьей карты, которую выбирал Парамнезии на фане. В общем, команда Джер. Что ж, достается на сей раз на фане Эйр. И в Чина. Вонзи. Ну, по-прежнему Стелс и Юса у остальных игроков. Вон за Рейна и Парамнези, соответственно. Так, поехал сюда. И Рабик. Одного Рабика там будет мало, вот второй еще подбегает. Уже барак тем временем готовый.
Так, парамнезия будет рубать на одном суплае. Так, проверили тут МДшники что-то и обратно пошли. Смотрите, куда Рабик забегает, а? Ну что ж, два Эрфилда видим, одна Фанни, это явный спам. Команча будет против стелса. Ну, если поймает течь, будет у него шансы. Но самое время ловить. Течь проехала. На дракона переключился, больше дракона боится. Запоздал филд, еще один строит, посмотрите, сразу три. Зачем, куда столько? Без продажи КЦ еще. Что-то нечто злое надумал. Ух ты, где строит. Теряет он свой реактор. Что ж, парамнези не унывает. Нападает на овчину. Очень, кстати, разгромить ее будет. Не отминусовал завод. Побоялся одного гатлинга. Отлично, двоих снял. Ну, где еще норка-то построилась? Равик хочет все больше и больше. Подкрадывается. Аж к суплаю. Неужто на фане не видит? Можно попробовать медичка здесь задавить. Посмотрим. Будет ли он так делать. Нет, просто отступает. И что? И дает возможность построить здесь туннель. О, на фане. Я тебя не узнаю. Ну хорошо, наваливает на норку. Убивает все то, что из нее вылезло. Перехвачен был дозер. Нет, не перехвачен. Это парамнезевский. Обознался цветом. Что ж, пятерочка только летит. Нацелен на завод. Отлично, квада забирает. И вот она, пачка. Вылазит еще. Ну что ж, самое время все-таки подкопить еще этих войск. А челноков лучше сохранить. Этого тоже. В том числе нет, не хочет. Не хочет он чинуков сохранять. Не отводит до последнего. Зачем третий филд, скажите мне? Зачем третий филд?
Лучше было до конца расправиться с Глашником, но, наверное, сейчас осознает это на Фане и летит на его базу. Вовремя разводит юнитов. Красавец. Попечки, 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 все взорвутся сразу. Мне хочет с мигами сразу разобраться. Однако получилось. DC-1. Попадает под сканер. Да, почему-то у меня все-таки 1-1 написано. Что ж, ну, побеждает команда Парамнезии на Фане, команда Джер. Вот это и было ее первое очко. А он за две победы, действительно. Так, и что ж. Смотрим, что у нас было дальше. Winter Fallen Empire. Выбирает карту команда On The S. Посмотрим, как они себя здесь показали. Вновь Air на Фане. Также Air достается On The GR. И единственный глашник на карте. Stealth. Ну, посмотрим, насколько он будет здесь эксклюзивом. Не боится, пошел в центр. Что это у нас? Два филда. Чтобы Юсу поработить. Также два филда делает на Фане. Покатался там дозер зазря, но все же проверил. На поступах Глашника совсем нету. Строится минка и... Она не успевает построиться. Смотрите, классно, как все получается. Ах, не задавил. Ай, промазал, промазал. Барак даешь, барак здесь. Нет, поехал давить до конца. Не понял, паранойя, что здесь сразу минка должна быть, но... Всякое бывает. По хаммеру мочь, смотрите, и выживает. Не сразу такой залп был готов. На Фане ерунду сделал. Команчу он сделал. В первую очередь. Попробовать захотел заехать сюда и расстрелять рапторов, но однако он и этого не делает. Есть подсветка, если что, можешь подсветить, и будет не очень все так здорово. Всех чинуков теряет. О, на Фане. И Команчи потерял всех. Тут он, конечно, зафейлился. И сразу же сдается. И Парамнези сразу же тоже сдался. Вот так вот это было. На Фане просто слился. Потерял всех своих вертолетиков и добытчиков ресурсов. Ну что ж, вот оно и наше долгожданное. До трех побед. Итоговый счет 1-3. Пользу команду он ЗС. И он ЗС продолжает дальше бороться за чемпионский титул. Ну что ж, с вами был Air. Это битва команд номер 5. Портал generalsdefizitage.ru. И всем пока-пока.